Тем временем президент Турции заявил, что проведет новые переговоры с Бараком Обамой. Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что курдско-сирийские группировки используют американское оружие против гражданского населения. Я намерен сказать Обаме: посмотрите, как и где используется оружие, которое вы прислали. Несколько месяцев назад, в ходе нашей встречи с Обамой, я уже говорил ему, что из прибывших из Америки трех самолетов с оружием половина в итоге оказалась в руках ИГИЛа, а другая половина в руках курдских террористов. Против кого было использовано это оружие? Против мирного населения. Почему это произошло? Разве можно это чем-то оправдать? Как это вообще возможно?